Всем привет! У меня тут такая проблема. При включении монитора на нем вот появляется вот такое при долгой работе. Вот я его сейчас выключу. Ой, выключаем. Заново включаем. Лампочка загорела. И он заработал. Вот, он заработал. И иногда при включении вот тут лампочка просто мигает, и тут иногда изображение появляется и исчезает. Проходит минута, и он обратно восстанавливается и работает. Помогите.